Итак, мы продолжаем. Это третий заход. Вся комплектация будет состоять из трех видео по 3 часа. И в конце будет итог всех монет. Смотрите дальше.
Итак, дорогие зрители, третий денек подошел к концу трехчасового поиска. Итого 9 часов. Результат монет все-таки оказался положительным. Также найдено еще кое-что интересное. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь. И будем продолжать дальше копать на той лужайке. Всем пока, Артуз ТВ. Итак, дорогие зрители, подведем итоги моего копа за 2 захода по 3 часа. Удалось мне найти 9 монет и серебряный красивый браслет. Итак, покажу вам монеты. Это одна гельда, 1980-й. Пять центов, 1980-й. Также удалось найти марокканскую деньгу. Это 10 сантимов из Марокко. Там изображена кукуруза. Потом одна гельда более нового типа 97-го года. Далее у нас идет 1 франк. 1 франк 1999 года. Французская монета. Очень интересная. С какой-то девицей. И из евро денег удалось найти 1 евро. Тоже нидерландский. 10 центов. И 20 центов. Все 2000-е года, даже 99-й, то есть одни из первых евро денег. Ну и одна монета, неизвестно что за монета, скорее всего евро деньга или немецкие пфеннинги, очень в убитом состоянии. И конечно же серебряный браслет весом 8,2 грамма. Проба присутствует. Вот на... Тяжело будет увидеть, но вот тут есть проба. Также еще проба присутствует вот здесь на карабине, но, наверное, не удастся мне его приблизить и показать. Вот здесь есть проба и на вот этой бирочке. Очень интересный браслет, серебряный. Никакой информации в интернете о нем я не нашел. Хотелось бы узнать больше. У кого есть какие-то предположения, пишите, буду рад. Ну и несколько разных железного типа штучек непонятного происхождения. Вот так. Будем копать дальше. Ставьте лайки, подписывайтесь. И смотрите Артуз ТВ. Всем пока!